Тепло в квартирах петрозаводчан могут отключить уже на следующей неделе. Об этом сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на еженедельной встрече с журналистами. Ориентировочно это произойдет 16-17, но если погода не даст опять низкие температуры. Ирина Мирошник напомнила, что отключать горячую воду горожанам в этом году будут не на 3 недели, а только на 2. Минстрой, опять-таки это их полномочия, прислали нам предварительный график, согласно которому отключение произойдет с 7 июня по 21 июня. Но я прошу коллеги написать предварительный график, потому что с ресурсоснабжающими организациями он еще не согласован, проходит стадию согласования.